В Алматы стартовал престижный международный турнир по большому теннису серии ATP Challenge с призовым фондом в 50 тысяч долларов. В нем примут участие около 100 теннисистов из 30 стран, в том числе спортсмены, вошедшие в рейтинг 100 лучших игроков мира. Собраны наилучшие теннисисты вот на сегодняшний день. На данном турнире, кроме Михаила Кукушкина, играет вся наша сборная команда Кубка Дэвиса, как вы сами видите. Саша Недовесов, Хабибулин, Попко, все, кто участвовали против игры с Аргентиной, победили чемпионов мира. В турнире примут участие мировые звезды тенниса. Словацкий теннисист, победитель 9 турниров ATP Мартин Клижан и теннисист из Испании, победитель 8 турниров ATP Гильермо Гарсия Лопес. Главным судьей в этот раз стал Роберто Раньери из Италии. Финалисты и победители турнира определятся 6 октября в парном разряде и 7 октября в одиночном. По словам организаторов, ATP Challenge станет доброй ежегодной традицией для города. Турнир очень серьезный, соперники тоже очень сильные, я же говорю, проходных матчей не будет, но надеюсь показать высокий результат, бороться только за победу.